Благодарность на высоком уровне. Тюменка Светлана Вдовбенко необычным способом решила сказать спасибо врачам 4-й поликлиники. Она написала письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. Женщина оценила работу учреждения, отметив участкового терапевта, главного врача, узких специалистов, а также департамент здравоохранения в целом. Ведомстве на письмо ответили и поблагодарили тюменских медиков за их труд. Очень хорошие врачи, относятся доброжелательно. Придешь в регистратуру, чтобы записаться, всегда запишут. Прохожу некоторые процедуры, которые назначает врач, и невролог, и кардиолог. Особенно мой терапевт, которому я прикреплена. Благодарность – это как показатель того, что мы движемся в правильном направлении, правильным путем, именно развивая модель пациента-ориентированности, которая основана на уважении каждого человека, его эмоционального состояния, его потребностей, запроса, мы идем правильно, это улучшает качество нашей работы.